Тирасполе может появиться мусоросжигательный завод. Кроме столицы, рассчитан он будет на Бендеры, Григориополь, Слободзею и села. Об этом сегодня говорили на совещании у президента. Утилизация мусора – вопрос важный. Полигоны и свалки плохо. В Тирасполе могут построить мусоросжигательный завод. Уже договорились с производителем в Прибалтике. Уже в январе месяце нас, в принципе, ждут на этом мусоросжигающем заводе производители. Они нам хотят показать реально, что есть на самом деле уже сейчас. Вот, чтобы мы выбрали те модули, которые будут применимы, скажем так, к нашей морфологии мусора. Потому что, правильно, как вы сказали, у нас очень большое количество и пластика, очень большое количество клеенки, которая не подлежит выбору и утилизации, вернее, реализации на территории Приднестровской Молдавской Республики. Ну и, соответственно, мы уже будем смотреть из возможностей нашего бюджета. Такой завод в Тирасполе сможет обслуживать не только столицу, еще Бендеры, Слободзею и Григориополь. В 2023-м уже могут разработать проект завода и начать работы. Финальный этап 2024-2025 годы. Какое-то производство по утилизации твердых бытовых отходов уже давно, честно говоря, на слуху. У меня, я еще в 90-х слышал, как там главы администрации об этом говорили. В далекие времена, как-то не получалось. Тема, конечно, очень необходимая в решении. Вот, никуда не денешься. У нас, мы не можем республику превратить в свалку. Такие заводы популярны в Европе, есть они и в США, и в Японии. Один из самых известных мусоросжигательных заводов в столице Австрии. Там он стал достопримечательностью, архитектура особенная. Кстати, такие заводы дополнительно вырабатывают свет и тепло. В Тирасполе планируют использовать энергию для спецавтохозяйства.